Здравствуйте, друзья! Хочу показать вам, как я осваиваю совершенно новый опыт для меня. Захотелось мне из настоящей тыквы собрать семечки. Вот они у меня. Для начала муж вырезал мне крышечку, вот такую крышечку. Вот. Теперь я руками выбираю изнутри семечки. Вот. Расскажу по порядку. Я узнала этот рецепт по приготовлению тыквенных семечек из интернета. И вот я буду проделывать все, что я прочитала, изучила, а вы будете смотреть. Я произвела вот такую процедуру. Разделила вот эти вот волокна от семечек, которые я собираюсь, хотела сказать, запекать. Нет, поджаривать. А может быть и запекать. Это будет в духовке, друзья. Вот. Разделяются семечки легко. Я для этого налила воды. Видите, они у меня плавают в воде. Вот. И вылавливаю и разделяю. Я уже проделала эту работу, просто пока вам демонстрирую, еще вот кусочки нашлись волокон. Содержимое нутра. В прошлом году я просто... Они у нас продаются же осенью только, да? Осенний урожай. Вот, в прошлом году я просто для красоты купила и в доме держала тыкву. Она довольно долго продержалась, где-то месяца три, наверное, потом стала гнить. Вот, а в этом году я собираюсь какое-то блюдо в интернете посмотрю из мякоти. Вот, и семечки в основном. Вот я хочу попробовать семечки. Пакетик в Walmart'е стоит $4, там грамм 150, вот так. Ну, здесь я не про деньги, я про что-то новенькое. Тыкву я в России, когда жила, никогда не покупала. А здесь вот осваиваю этот овощ. Я выращивала только маленького размера декоративные тыковки. Разного цвета, разной формы. Приятный опыт. Потом тоже их дома держала ради украшения. Итак, что я сделала? Семечки помыты. Я их просто вылавливала из воды в руку. Не пользовалась никаким решетом. Вот, и распределила равномерно по поверхности на противне. Просто на противень вот такие сырые, влажные семечки. Сейчас я грею духовку до 300 градусов и буду запекать мои семечки 30 минут. Выставила температуру в духовке 300 градусов. Я напишу на экране, сколько это по Цельсию. Вот. И поставила мои семечки сушиться в духовку. После того, как 30 минут они подсушатся, я их сбрызну оливковым маслом и посыплю солью. И еще буду их запекать в этой же духовке в течение 20 минут. Вот таким образом выглядят тыквенные семечки после 30 минут подсушивания в духовке. Сейчас я собираюсь использовать спрей. Это у меня оливковое масло. Вот. И соль. Обычную соль. У меня тут морская соль. Вот. По-моему, можно разные вкусы придавать, смотря какие специи. Вот я сейчас посыплю солью, опрыскаю этим оливковым маслом, вновь распределю аккуратненько по всей поверхности и еще 20 минут буду запекать. А вот так мои тыквенные семечки выглядят после сначала 30 минут высушения, потом 20 минут запекания с оливковым маслом и солью. Вот такие вот они у меня загореленькие стали. Сейчас я их
с подноса заберу, остужу, попробую и расскажу вам, что они из себя представляют на вкус. Я это делала впервые в жизни, друзья. В рецепте, друзья, сказано, что вот если вот эти вот запеченные, зажаренные семечки поместить в контейнер, то они будут оставаться свежими 2 недели. А если этот контейнер поставить в холодильник, то 2 месяца. Это шелуха от семечек, я распробовала. Хочу сказать, друзья, всем, кто захочет повторить вот этот рецепт, который я вам продемонстрировала, да, по приготовлению жареных тыквенных семечек в духовке, ничего мудрить не надо. Вот первый раз 30 минут и второй раз 20 минут, когда уже с оливковым маслом и солью. Единственное, что можно пофантазировать, это помимо соли какие-то специи можно применить. Может быть, там какие-то остренькие специи, я не знаю. Но мне лично понравилось. Разгрызается легко, ничего не подгорело. Я, кстати, боялась, что подгорят они у меня. Нет, вот именно такой режим времени. 30 минут первый раз и 20 минут второй. Все будет нормально. Вкус замечательный.